Между Египтом и сектором Газа открылся пограничный пункт впервые за 10 лет. Правда, работать КПП «Рафах» будет только 3 суток. За это время в Египет смогут выехать жители Газы, которые получили на это разрешение по гуманитарным причинам. По данным МВД, заявление подали около 20 тысяч человек. Открытие КПП стало возможно благодаря перемирию между палестинскими движениями «Фатх» и «Хамас». Враждовавшие долгое время стороны заключили соглашение в Каире в середине прошлого месяца. Тогда они договорились о создании правительства национального единства палестинской автономии. Не позднее 1 декабря ему будут переданы все полномочия по управлению сектором Газа и западного берега Иордана.